Привет, мои дорогие, как у вас дела? Сегодня у нас будет голубая и гульото. Да. В общем, хочу их попробовать и сравнить по вкусу. Мерабалар таки пчелар, насасымыз, бүгін бізді гульото сөйледім сізі кел, хамда мави, Узбекистан. Hi, my dear. Mavi. Blue Uzbekistan. And Gulboto. Clay. Ну что, попробуем, да? Решила так ложками металлическими. А то те у меня заняты. Да. Голубая вкуснятина. Ну что, сначала голубую, да? А это пусть подождет. Солененькая такая вообще, супер. Конечно, просто вкусная, голубая. Такая прикольная, не берется даже. Thank you.
Просто, конечно, часть я проглотила, она действительно вкусная. Очень маслянистая, сливочная, в меру солоноватая. Очень вкусно. Немножко подсохнет, потом еще, думаю, похрустим. Вкусная гренка. Теперь попробуем гульбутон.
Попробуем микс, да? Мои дорогие, и микс вкусный, и по отдельности вкусно. Но такое у меня ощущение вот было такое, когда я ела, у них структура одинаковая, оба маслянистые, и то прям как глянец. И то частично я глотала. Ну, потому что хоть не хочешь глотать, а не туда сами. Вкусно. Действительно вкусно. Узбекская. Солноватая. Это абсолютно без соли. По структуре, конечно, маленько разные. Но когда в однородную массу, они уже практически одинаковые становятся. У этого вкуса вообще гульбуто, конечно, я не поняла, но мне кажется, как вот обычная, стандартная, маслянистая глина. Угу. Оба залипучие, но вкусные, реально. Кто не пробовал, попробуйте. Гульбуто, реально вкусная глина. Узбекская, просто... На любителя, кто солененький любит, очень вкусная, очень. У меня она еще такая интересная, смотрите, она полузеленая, полуголубая, такая вот интересная. Конечно, там сейчас мне напишут, надо было все съесть, но это же невозможно просто. Она, во-первых, залипает и очень тяжело ее жевать. Когда залипает на небо, но это просто невозможно уже. Поэтому я, как-то мне написали, как будто вам тошнит. Нет, такого нету. Оно очень вкусное, ничего не тошнит. Просто, когда сильно залипает, может быть, как бы, ну, как так видно, да, что нехорошо. На самом деле нет. Невозможно отлепить, стараешься там что-то отлепить и жевать, продолжать. Но бывает, что прям просто невозможно. Вкусная, вкусная. Супер, delicious. Это как кыргызстанские глины, хотела сказать. Ой, я забываю. Блю Узбекистан, гульбуто. Супер. Вала. Çok güzel tadları. O kadar güzel ki ikisi yağlı. Yağlı hem de böyle suda dursa biraz parlıyor gibi. Yani böyle parlıyor. O kadar. Çok güzel. Valla tereyağı gibi böyle. Bu biraz tuzlu. Bu tuzlu değil. Ama... İkisi aynı gibi duruyor. Yiyince. Çok güzel. Tadıları çok güzel. Ben daha yazarım orada altıda. Videonun altıda. Okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Seviyorum, öpüyorum. My dear, I love you. Всех вас люблю, целую. Спасибо. Следующее видео будет у нас
Сейчас скажу, а уже там, может быть, и передо мной, да, это все выпустят. Да. Хотя вроде было такое видео. Сейчас хочу поесть. Меня попросили. Аминочка попросила. Красная глина поесть. Вот Аминочка. 3 восьмерки вроде у нее. По твоей просьбе поем. Красную замочила глинку с каким-нибудь мелом. Все, пока-пока. Целую вас, люблю. Спасибо вам.